Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вновь едем в саванну. На этот раз у нас задача подкормить молодых львов. Не все они приходят на кормление туда, где кормят днем сотрудники, поэтому мы сейчас поищем, какие проголодавшиеся есть львы и кого мы можем подкормить. Ну вот здесь какая-то пара молодых львов. Предложим им мясо. Львы смотрят в сторону взрослых львов. Ну, скорее кушать. Кто хочет, кто будет кушать? На, кушай. Ау, ау. Смотри. Бери, кушать. Аушки. Вау. Вот так, молодец. На еще. На, мама. Иди сюда. Давай. Много да, мяса. Сейчас докушают и придут. Ну, бери, иди кушай, хорошая. Давай, иди сюда. Скорее иди сюда. Иди, вот, смотри. Скорее. Осмелела девочка, молодец. Молодец. Вся куча твоя. Ой. Кушай. И вот идет мальчик. Кушай. Иди, малыш, не бойся. Кушай, иди сюда. Да, все хорошо, никто не бежит. Давай. Ау. Молодец, кушай, хороший. Обратите внимание, дорогие друзья, как они спокойно кушают. Сразу видно, что они воспитывались в одном прайде. Львица не рычит за мясо. Вот, это мясо без кости, мякоть, поэтому они его хорошо поедают. Но, видите, осторожно посматривают по сторонам, потому что в той стороне доносятся рыки взрослых львов. Кушай. Покушайте, еще привезу. Вот так взрослый лев в день съедает до 10 килограммов мяса. Он может съесть и больше. Ну, во-первых, кто ему даст. Вот, а во-вторых, это на несколько дней. За один присест тигр или лев может съесть и 30 килограммов мяса. Но потом несколько дней просто не кушать. Кушай. Хороший. Кушайте, а мы поедем дальше. Найдем султана, найдем других львов с вашего прайда. Да? Ой, Ась, я не пугаю вас. Все. Мы поедем дальше.